Фестиваль для тех, кто будет молод в 2021 году. Первое заседание Оргкомитета по проведению Международного молодежного фестиваля состоялось в среду в Плёсе, за 6 лет до самого события. Министр образования и науки Дмитрий Ливанов лично курирует подготовительные мероприятия. Первое собрание Оргкомитета ознакомительное. Министру рассказали, как Иваново чуть было не стало молодежной столицей Европы в 2015-м. Презентовали основные направления фестиваля. Это культура и искусство, наука, спорт, общественная активность и молодежные медиа. Планируется, что молодежь со всего мира в рамках этих тем подготовит интересные презентации, поучаствует в дискуссиях и круглых столах. Основной вопрос, почему молодежь региона заинтересована в проведении международного фестиваля? Ну и ответ на этот вопрос для нас очевиден. Проведение фестиваля позволит региону получить новый импульс к развитию, к формированию нового содержания молодежной политики, обмену опытом с представителями молодежи разных стран. Фестиваль позволит реализовать задуманные проекты, создать инфраструктуру поддержки молодежи. Это центры, студии, арт-площадки. То, что готовиться к фестивалю начали заблаговременно, вполне оправдано. Ведь большинство объектов так называемой молодежной инфраструктуры, которые в 2021 году станут центром мероприятий, сейчас еще даже не построены. Откроется фестиваль во Дворце игровых видов спорта. Штаб-квартирой мероприятия станет Дворец молодежи, пока известный горожанам как кинотеатр «Современник». К тому же всем гостям нужно будет предоставить крышу над головой. Стал просто, учитывая недостаток времени, говорить о том, что нам необходимо еще поработать над созданием молодежных хостелов. Вот это просто, без этого просто невозможно провести фестиваль. Но в любом случае мы рассчитываем на количество участников от 5 и более тысяч. Это только иностранных. У губернатора касаемо инфраструктуры свои соображения. Павел Коньков считает, что многие амбициозные проекты удастся реализовать именно по мере подготовки к фестивалю. Сегодня, пусть небольшой вопрос, постараемся внести в протокол решение об открытии пропускного пункта в нашем аэропорту, я имею в виду пограничного пункта. Да? Я уже неоднократно говорил и повторюсь, у нас стоит задача ускоренного поездного сообщения с Москвой. Мы сейчас рассматриваем как бы несколько вариантов. Да? Все замечания и предложения Оргкомитета министр Дмитрий Ливанов попросил отправить в адрес правительства области, чтобы следующая встреча в первой половине 2016 года была уже более содержательной. Крайне важно, чтобы к работе по планированию и инфраструктуры для фестиваля, и самой программы фестиваля максимально полно были привлечены, собственно, молодые люди. И те, кто сейчас молод, и те, кто в 2021 году будет участником фестиваля. Вот это вот крайне важно, именно это является условием того, что фестиваль будет интересен для молодежи со всего мира. Перед тем, как провести фестиваль 2021 года, Иваново хорошенько потренируется. В планах большое количество мероприятий международного масштаба. В 2016 году граффити-фестиваль, съезд волонтеров в 2018, светский бал в 2019 году и фестиваль юмора в 2020 году. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново, Плёс.